На что он клевал? Друзья, еще раз добрый день. Вот такой вот небольшой уловчик с VIP-участка у нас. Еще раз добрый день вам. Ну, отдохнули, видим детскую улыбку. Хорошо, все здорово. Хорошо. Так, рассказывайте, началось все у нас как-то не очень, да? Да, значит, начал ловить я в 7 часов, ага. Как полагается, да. Сначала час 20, вообще тишина, думал, все. Ну, не пролет, но плохо будет. Потом потихоньку, значит, сначала брала на пасту сыр-чеснок. Причем брала и на дном, и с поверхности. Сыр-чеснок, такая есть паста совместная. На сыр чисто не брала, потом одну поймал на сыр. Две на зеленую, забыл, как называется, две на зеленую. А в основном все, сыр-чеснок поймал. В основном сыр-чеснок. Рыбалка понравилась, прекрасно. Если бы еще, честно говоря, трудно было уходить, но надо останавливаться, денег надо платить много. Но ничего, я приехал за рыбой, удовольствие получил, рыбу получил. Все, что надо, лучше не придумаешь. Спасибо трем пескарям. Пожалуйста, приезжайте еще. Всего доброго и до скорых встреч. До свидания. До свидания.